23 ноября Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ посетил с мастер-классом профессор факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Иосиф Делашинский, где рассказал о стратегиях и мишенях массовой коммуникации. Пытаясь показать, что и как происходит в медиапространстве с точки зрения влияния журналистики, рекламы и пиара на сознание и поведение людей. То есть, поскольку большинство журналистов не признаются в том, что они влияют, они хотят сделать вид, будто бы они вообще тут ни при чем, то я попробую показать, что любой текст, появляющийся в медиа-сегменте, в любом медиапространстве, обязательно на кого-то влияет. Мастер-класс был организован для студентов факультета журналистики и старших курсов рекламы и связи с общественностью, так как совместный продукт журналиста и пиарщика может воздействовать на человека любым способом. Иосиф Михайлович также рассказал о том, что на данный момент журналистика умерла, и сейчас она является лишь орудием воздействия в руках государства, бизнеса и общественных организаций, а точнее связью трех этих субъектов. Отсюда и вытекает психология медийного управления людьми. Александр Кобрин сказал, первое правило журналистики – не спорить с предрассудками читателя, а опираться на них. Так и есть, ведь журналист делает продукт, который позже и продает сначала СМИ, а затем и читателю. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз.